И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда отличное настроение, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, обновили сюжетку на карте FNAF 2, вместе будем с вами смотреть, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Здесь есть две кнопочки, которые мы нажмем. Интересно, вот эту кнопку я бы нажимал, но она что-то не срабатывает, может какой-то надо мод скачать. Так, все стоят на сцене, давайте пока пройдемся, посмотрим, что здесь изменили у нас. Я очень давно сам не записывал, даже как-то непривычно. Надеюсь, вы меня поддержите лайком и подпишитесь на канал. Такая музыка атмосферная здесь. Очень круто все сделано. Одному как-то даже интереснее, потому что страшно и никого рядом нет. А если вы хотите, чтобы в следующую карту я записал хоррор, то пишите в комментиках. Так, я уже слышу, кто... О, он уже напал! Смотрите, Бонни уже ушел. Так, я слышу... А кого я слышу? Я слышу Мангул. Неужели они сделали, что Мангул уже оживает? Так быстро? Так, смотрите, она шуршит. Что она еще делает? Ничего, она меня так убьет или нет? Получается, они убивают, когда я только возле рабочего стола стою? Так меня не трогают? Опа, и баллон бой пошел. Все, я понял, что разработчик добавил. Он добавил нападение очень быстро. Давайте посмотрим, что они тут делают. Все-таки давайте еще раз попробуем. Может, нажмется третья кнопочка? Нет, не нажимается. Так, все у нас хорошо. Уже дверь эта закрылась. Сюда не будем заходить, сейчас тоже дверь закроется. Ну все, я уже не смогу вернуться на рабочее место. Но у меня есть маска, которая меня спасет. Или не спасет. А давайте проверим. От этого сюжетка не сбросится. Нет, маска не спасает. Диперу не повезло. Но ничего, мы на рабочем месте сразу заходим. Так, ну давай, Мангул, уходи уже. Сейчас мы в лобешню постреляем. Да, надо было с УЗИ просто стрельнуть ей. Так, давайте здесь пройдемся. Да, антуражненько. Блин, это мои двери. Я испугался. Слышите? Кто-то ходит. Ты что, не ушла еще? А где она? Я слышу. Нет, не слышу. Слышу. Так, давайте еще здесь постоим. Так, наверное, надо маску взять опять. Берем маску. Чинь. Все отлично. Что-то слабо нападают. Давайте поклацаем камеры. Так, стоит Фредди. Вечно на эти кнопки как-то попадаю. Камера 5. Опа, Бонни стоит с гитарой. А мы можем пойти посмотреть. Бонька, ты где? Вот здесь он стоит, да? А где он стоит? Не понял. Ничего не понятно, но очень интересно. В туалете все чисто. О, давайте мишку найдем пасхального. Я знаю, где-то он тут стоит. Или лежит. Помню, как мы карту забагали. Если мишку пристегнуть веревками. Ух ты, вы видели, ребята? Это жесть. Так, все хорошо у нас, все четенько, стоим. Че тебе надо, у меня дома? Уходи! Так, все отличненько. Она меня так убьет, если я прям близко подойду? Давайте ее рассмотрим. В воздухе висит. Ну, че так долго? Как мне выйти отсюда? Теперь придется в туалет сходить. Закрываем двери. Посидим немножко. Все, ушел? Ушла? Блин, что так долго? Как тебя убрать? В следующей серии, ребята, постараемся записать прятки. Есть классная карта у нас. Не буду спойлерить, надеюсь, вам понравится. Все отличненько, ребята, давайте здесь посмотрим мишку. Я знаю, что где-то он есть. Может, здесь? Нету. Я его вижу. Но мы посмотрим уже точно все. Тоже нету. Так, Мишаня, иди сюда. Отличненько. Никого нету? Бежим быстрее, бежим. Мишечку лажаем. Теперь пойдем следующего возьмем. Я знаю, еще есть коричневый мишка. Так, надеюсь, меня здесь никто не убьет. О, Фредди. Давайте проверим, убьет он меня так или нет. А, они убивают только возле рабочего стола. Так они меня не трогают. То и Фредди, ты какой-то очень добрый. Так, давайте здесь посмотрим. Все спокойненько у нас. Вот этого мишку тоже возьмем.
А чё он не берется? А чё, я знаю, какие-то мишки бра... О, марионетка уже проснулась? Да ладно. Не понял. Эта дверь закрылась. Они чё, все на меня нападают? А вот так работает это или нет? Так, маска не помогает. Вообще не будем ее одевать. В этом смысла никакого нет. Так, все ушли. Да что ты пришла опять? Какая-то мангл очень дерзкая. Никак ее не прогнать. Так. Переустановил Гарри Смот, теперь подсказки вылазят. Ну, мы все знаем наизусть. 3000 часов наиграно в Гарри Смоте. Чуть-чуть не хватает, до 3000. Чё так долго стоишь? А почему Фредди не приходит, Бонни не приходит? О, давайте возьмем портальную пушку. Так. Ой, мимо. Чпонькс. Чпонькс. А я тут. Ха! За это я люблю Гарри Смот, что можно делать что хочешь. Из-за этого тебе ничего не будет. Ладно, давайте пройдем сюда. Ребят, вы меня так не напугаете. Чпонькс, давайте мишку поищем. Фредди назад вернулся. Во! Нашел! Нашел, нашел. Отлично, ребята, несем на наше место. Ой! Ой! Что такое? А где мишка? А чё за баг? А где он? Блин, пропал. Никого нету. О, привет, эндоскелет. Это поломанный весь. Ну ничего, тебя еще починят, я чувствую. Так, ну что? Ребят, вы так как-то сильно нападаете в этой серии? Чика стоит, смотрит на меня. И Фредди стучит. Значит, кто-то придет ко мне. Так, давайте вернемся назад. Мишка пропал. Может, он где-то опять заспавнился? Там нету. Давайте здесь посмотрим. Переустановил Гарри Смот. Так классно все идет. Так что, ребята, если у вас лагает Гарри Смот, переустанавливайте его. Тогда сразу все четко начинает работать. Мне просто уже вылетал. Кто видел мои ролики последние, вылетает и вылетает на рабочий стол. Сегодня переустановил. Все, как по маслу идет. Просто красотища. А ну я смогу этого мишку взять? Не, не берется. Еще и застрял. Так. Что же в конце нем сделать здесь? Может, пиццерию-то взорвать? Я не знаю, но что-то мы прикольное сделаем в конце. Все, все, не могу. Ух ты, блин, что ж ты меня так пугаешь? Ха-ха, резко пришел. Упс. Не работает. Хотел его в портал засунуть. Так, давайте пройдем сюда. Все-таки, может, мишку здесь найдем? Где-то он забагался? Нету. А Чика стоит так долго? Странно, странно. Удлинили время. Аниматроники дольше стоят теперь намного. Че, Балун Бэй пришел? Фонарик украсть хочешь? А, я вижу тебя, я вижу, подлец маленький. Чилипиздрик. Отличненько. О, так надо же было нажать. Привет, привет. Все хорошо у нас, мы проходим. О, ах ты, идите колотить. Вот это я дернулся. Че ж так пугать-то резко? Опа, это я? Это я. Мне нравится, когда я записываю, кто-то мне пишет. И все в Дискорде видно, ребят. Так что заходите в наш Дискорд. И во время записи можете писать даже какие-то приветы своим друзьям. И это все увидят. В этом есть даже какой-то прикол, кстати. Такого еще, наверное, из ютуберов никто не делал. Я буду первый. Ноу-хау вводить. Так что, если, ребята, хотите со мной пообщаться или позаписывать Гарри Смот, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании будет. Блин, так напряженно все. Еще знаю, что они резко приходят. Да, хотелось бы, чтобы вот эти аниматроников добавили. О, давайте посмотрим, а в этой комнате можно кнопки нажимать? О, это же эта комната, где можно нажимать. В следующий раз можно подписчика попросить, чтобы он нажимал кнопки. Это будет, кстати, круто. А это что у нас? Здесь бутон для ручного управления, да? И что, теперь они приходить не будут, что ли? Мне кажется, будут. А где вы все? Опа, а у них тут тусовка какая-то. Видите, они втроем собираются здесь и тусуются.
А я вас не боюсь, вы меня не можете убить. Давайте мы что-нибудь здесь жахнем. Что у меня есть? Вот какая-то прикольная бомба. Как ее активировать? Ух ты! Это было жестко. А, горю, помогите, жопа горит, пердак. Что за говно? И хитрый, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока.